ты выше, так что тут еще поборемся. Ну и вот этот второй забег, главный забег. По первой дорожке Мурель Урти, пожалуйста. Ну, конечно, на 400 метров. И сейчас, после уже многих лет, в свое время чемпионка Европы на 200 метров, конечно, чуть похуже, но вот 51-62 все равно имеет. И вот Ксения Задорина выступает здесь за команду России. Да, но хотелось бы, чтобы уже переступила тоже Ксения через все свои перипетии, которые были в этом году, рассказывала уже в несусветном количестве болезней разного типа, которые навалились просто после прошлого года. Но вот сейчас вроде тьфу-тьфу, все как-то отступило. Можно сосредоточиться на соревнованиях. Ну да. Значит, Дениса Расолова по четвертой, зимняя чемпионка Европы. 50-84, Светлана Усович 51-20 из Беларуси. Антонина Ефремова в этом году 50-69, лидер в Европе. И Шейна Кокс 51-24. В общем, очень сильный забег. Урти 51-62. Вот результат-то хороший, а является худшим из всех участников забега. Ну что ж, будет интересная, конечно, борьба. Вполне возможно, и рекорд соревнований 51-16. Здесь достаточно высокий. В Либане Гринот тоже может пасть. Два года назад. Ну, тут пока не зажиматься. Тоже вот как Деревягин, да? Понаглее. В принципе, она в этой компании вполне конкурентоспособна. И себя где-то терять совершенно нет смысла. Она на уровне со всеми девочками, кто здесь бежит. Вполне ну, вот хорошо, уверенной есть в себе. Возможность держаться вот за Расоловой. Да, опять же, она их видит хорошо, вот как хорошая позиция, как ну, была. Даже побыстрее, мастер, чем чешки. Но хотя главное, мы знаем, что главное вот, да, не переборщить, как мы здесь, вот в эмоции в эти, в бурлящие, тут не окунуться. Полетела Ефремова. Ефремова здорово да. Бежит тоже. Ксюша тоже очень пока неплохо бежит. Но Расолова сейчас начнет набегать. Да, начнет это набегать. Очень, я говорю, что опасна, она да. Профессионал. Вот Ефрема очень быстро бежит первый. Но сейчас надо, да, надо ориентироваться хотя бы сейчас на Расолову и пытаться все-таки да, набегать. Нет, быстровато начала, нет сил. Но Урти-то точно надо обходить. Да, надо. Очень здорово Ефремова, 51-03. Да, рекорд есть соревнования. Очень ровный, гладкий, спокойный бег. Молодец. Уже чуть-чуть, вот есть все-таки это, а, нервозность, б, быстровато. Ну, не хватило, явно вот здесь просто сил не хватило. Да, у Ксении. Ну, я говорю, что, как я и рассказывала, все-таки это несусветное количество антибиотиков, без которых было не обойтись, да, при таких заболеваниях, там, зубов и носа и так далее. Оно, конечно, вот по ногам бьет. Знаешь, как сказать, допингом не назовешь эти препараты, потому что они просто убивают вообще все физическое, что есть. Просто двигаться даже тяжело. И, конечно, это сейчас оказывает свое влияние, увы. Вот надо выбираться из этой ситуации. Да, но вот Ефремова, конечно, опытный кубковый боец. Она первый раз выиграла кубок. Я почему говорю кубок, потому что раньше кубок Европы. Она в 2002 году еще стала победительницей. Дважды была в